Ай, красавчики, привет! Смотрите, удобряшки, это поняли, то, что я вот использую, ну, для своих гидропонных систем. Получается, я сделал такую проверочку, насыпал 22.07.21. Вот, а сегодня 03.01.22. И посмотреть, что с ним будет, да, как бы произойдет осадок, как бы выпад. Вода у меня получается колодезная, pH воды 5,5, а ppm 400. Сюда я добавил, получается, 10 грамм удобрений. И вот, смотрим, какой осадок. Есть или нет. Тогда как бы на тот случай, да, как вот часто, да, вот ребята спрашивают, что будет, если замешать удобрение, да, и оставить его. Вы знаете, как бы если его оставлять на, там, в течение недели-двух, то, в принципе, ничего с ним не произойдет. Мне даже кажется, как бы, ну, любое удобрение. Но опять же, в принципе, зависимо от вашей исходящей воды, какие она показывает параметры. Так что, как бы, вот так вот. Тест прошел. Что скажете, ваше мнение? Вы так делаете удобрение, надолго оставляете?